есть есть вероятность, что мы нафармим 100 киллов. Это будет полный разнос. Возможно, я выбью даже керамид голд. Что? Имба! Обалдеть! Просто вы лучше всех! Получаю помасление! Ой, мои вы умнички, мои вы маленькие! Пожалуйста, разработчики, ебать, ребят! Я не специально! Здорово всем, ребят! Агентура на проводе! И прямо сегодня будет ваша самая любимая рубрика, и мы сегодня сыграем в обновленный режим и узнаем, что же получу за 1000 киллов в режиме против всех! Потому что, ребята, если вы не знали, поменяли механику абсолютно всего! Поэтому есть очень большая вероятность, что она может выпустить какой-то другой скин, нож стилета, или скин с из коллекции, или, возможно, даже какой-то скин на молик! Поэтому, ребята, прожмите за это лайк, если вы ждали эту долгожданную рубрику! Обязательно подпишитесь! Ну, а мы приступаем! Ну что же, ребята, на съемки этого видео я, как обычно, потрачу очень много времени. Прям очень много. Все выбрали чили и режим против всех. Мне очень интересно поиграть в этот режим, потому что я еще ни разу в него не играл, в обновленный именно. И мне очень интересно посмотреть, что же выйдет в конце раунда, потому что поменяли абсолютно всю механику. И, возможно, прямо сейчас мне выпадет что-то нереальное. Ну что же, на счет 3 все запускаемся. 1, 2, 3, поехали, поехали, братва! Команду не выбираем, и тут уже есть какие-то рандомы. А знаете, что это означает? Есть одно интересное предложение. А давайте мы просто подождем, пока им надоест играть, и они ливнут. И потом все мои подписчики смогут зайти на их места, и мы начнем снимать эту рубрику. Блин, их уже 4, елки-палки! Попыточка номер 2, я поменял регион на Австралию, и мы стартуем. 1, 2, 3, поехали. Так, не может быть. Главное, чтобы сейчас никто не зашел. Блин, это кто такой? Какой-то пилька 77. Блин, посмотрите на его аватарку. А там какой-то штемп, блин, 40, походу. Имба, походу, 9 подписчиков зашло и один вот этот пилькас. Мы прямо сейчас подождем, чтобы он вышел. На его место зайдет один мой подписчик. И мы начнем снимать эту рубрику. Имба! Блин, ну кто эти люди? Кто эти люди? 1, 2, 3. Играть и поехали. Все, ребята, вроде бы как мы заснайпились. Тут 8 подписчиков, я 9 и 10 рандом. По идее, все должно быть максимально нормально. Все, ребятки, смотрите, я бегу в ребрах. Пожалуйста, никто не стреляйте, никто не стреляйте, это я. Я прям сейчас бегу в ребра. И просто с ножички подходите ко мне. Я буду пытаться сделать. Дядь, это я, это я, это я, это я. А это как раз, походу, тот самый 10-й рандом. Прямо сейчас мы это сделали. Но уже прошло 30 секунд, пока добежал. Это я, это я. Просто вы лучшие все ко мне, ребятки. Ай, да красавчики, я вас обожаю. Просто вы гений, ребят. Фармим как можно больше киллов. Давайте. Один человек пусть стоит на шухере, мочит. Блин, знаешь, просил один человек на шухере, мужики, вы чё? Фикс, минус 28. Ты стой на шухере, как только видишь этого Массиуса Самарта, сразу его мочи, эту падаль волосатую. Получаю помасление. Ой, мои вы умнички, мои вы маленькие. Ой, хорошо-то как так. А кто меня охранять-то будет? Фиксик, дядь! Блин, ребята, мне стрёмно. Все, кроме фикса, бегите ко мне в ребра. Ребят, у меня уже 140 очков. Я играю в 7 кд. О, обалдеть, в 9 кд. Просто вы лучше, вы реально лучше. Ты же знаешь, что кем-то пока плохого не посоветует. Поэтому, братик, возможно, это именно твой шанс стать богатым. Знаешь почему? Да потому что App Gallery прямо сейчас проводит акции. И это не просто акция, это мега акция. Тебе интересно, что там? Сейчас все расскажу. Ребят, вы еще не поверите, я узнал от моих подписчиков то, что у App Gallery прямо сейчас проходит нереально крутая акция, в которой ты получаешь купоны и кэшбэк до 200%. А надеюсь, до 16 апреля, имейте в виду. Дядь, там все максимально изи. Ты выполняешь простые действия на странице акции, крутишь колесо и можешь выиграть на халяву купончик до 500 рублей, до 1000 голдишки, Rival Case или М4. А то и вообще ты можешь получить 100% этого доната обратно по кэшбэку. В этой крутой акции от Huawei могут участвовать абсолютно все пользователи Android устройств. Для участия тебе надо просто прочитать правила. Более подробно с правилами акции ты можешь ознакомиться в закрепленном комментарии. Обалдеть, не встать, что происходит? Так, ой, блин, фикс ряд. Давай, давай, все бежим как можно быстрее ко мне, ребятки, не стесняемся. Ой, хорошо-то как. А, по мне стреляет какая-то падаль. Нормально, 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 нормально. По мне стреляет кто-то. Давайте, ребят, просто идеально. У меня уже 253 очка.
Я не верю своим глазам, что мы творим? У меня 13 кд, обалдеть. Не вставать, ребятки. Давай, Зертик, лучший, 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 лучший. Ребятки, просто вы лучше. Ай, мои вы маленькие. То есть тут 9 подписчиков и 10 всего лишь какой-то рандом. Так, подходим ко мне. Нормально, ребят, у меня уже 16 кд. Но если бы не было этих двух рандомов, то у меня была бы статистика гораздо-гораздо лучше. Но мы, ребят, же понимали, мы потратили примерно 1 час времени. И мы все равно не смогли заставиться, чтобы полностью без подписчиков. Так, дядь, сюда, скри, красавчик. Ребята, запомните ники этих героев, потому что они все красавчики. Все подходим ко мне, все просто, все, ребятки, вы все красавчики. Вам всем большой респект, то, что вы мне помогаете сниматься в этом видео. Но у нас есть парочка руинеров, Фикс, дядь, твоя задача замочить всех руинеров. Да ну-ка, ну-ну-ну, сюда, дядь, Зертик. Давай, родной. Так, это кто, это кто? Мама, дорогая, мне страшно. Ой, хорошо, так как, ребятки, у меня уже 453 очка, что? 22 кд, обалдеть, не встать, просто обалдеть, не встать, мужики. Вы лучшие, вы реально лучшие. Спасибо большое всем, кто не помогает сниматься в этих видео. Ребят, если видите Масю со Самарта, мочите его, поняли? Просто давайте хэштег в комментариях: Масю, Самарт, ты какаха, понял? Идеально, у меня уже 50 килов, 25 кд. Что же, получил в конце этой катки. Как же это интересно, ребятки. Вам всем просто огромнейший респект. Давайте сюда, сюда, сюда. Ой, мой ты маленький. Знаете, в чем прикол режима против всех? То, что я кого-то замочил, мне сразу отдаются хп и сразу мне даются патроны. Так, Фикс охраняет. Фиксик, братик, ну ты прям вообще машина. Так, сюда, девочки, мальчики, не стесняемся. Обалдеть, осталась минута времени, ребят, как можно быстрее. Бежим, 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 бежим. Давайте, ребят, ну кто там так медленно бежит? Ну елки-то палки. Давайте, давайте, ребят, быстрее. Все бежим, все, командой. Давай, давай, давай. Ой, хорошо, так как, ой, хорошо, так как. Лучше, лучше, лучше. Фиксик, вообще машина. Так, дядь, сюда, до свидания. До свидания. Ребята, 63 кило. 633 очка, что? Что же, лучше мне очень интересно посмотреть. Все ко мне, все ко мне, все ко мне, все ко мне, все ко мне. Ой, ребята, просто мы с вами машины. Мы с вами машины. 693 очка. Давайте, ребят, активнее. Бежим, 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 бежим. Лучше. 71 килл. Что вы творите? Мужички, что вы творите? Просто красавчики, ребят, 9 секунд. Просто все бежим ко мне. Что же получу в конце этого раунда? Мне очень интересно посмотреть. Я делал невероятно. 75 килов, братва, давайте. Да? И что же я прямо сейчас получу? А ну-ка, вы посмотрите, лучший игрок, у меня почти 1000 очков. И внимательно смотрим. Я получаю... Сколько? 1500 опыта! Что? Обалдеть, я получил скорпион-боксик! Имба! Обалдеть, вау! Так, ребята, все берем карту, давайте карту, 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 раст. И сделаем то же самое, просто все, все, кто мне помогали, вы красавчики. А руинеры, выкусите, поняли меня? Блин, руинеры, чтобы обкакались. Ребята, и в этот раз мы попались, одни подписчики, да! Все заходим, ребятки, тут, если я не ошибаюсь, лобби чисто с подписчиков. А знаете, что это означает? Это означает только одно, то, что в этом раунде я смогу нафармить максимальное количество киллов. Так, братва, где я буду находиться? Давайте никто не стреляемся. Я буду находиться ровно на миду. Идеально, тут просто одни подписчики. Быстрее бежим, ребят, уже 5 киллов, вы красавчики! Вы реально красавчики, я жду каждого из вас на миду. Вы просто гении. Я хочу, чтобы вы, мои уважаемые подписчики, которые смотрят это видео, написали в комментариях то, что эти парни красавчики, потому что они очень сильно мне помогают. Так, ребят, пожалуйста, не стреляемся, не стреляемся. Красавчики, 12 кд, вы лучше. И давайте сделаем так, чтобы у меня было 0 смертей в этой каточке. 14 кд, обалдеть. Импулечка. Я вас просто обожаю, ребят, вы машины, вы машины. Красавчики, у меня уже 26 килов, что? Кто там бежит, ребят, кто там так медленно? Я сейчас посмотрю, кто самый медленный. Дэвид Килл, мужик, быстрее беги, ну и давай, давай, давай. Ребят, походу зашел какой-то рандом. Походу зашел какой-то рандом. Пишут, Кен в соло дал 39 килов. Ребят, все на мид, быстрее бежим. Кто последний, тот грибопепа? Кто последний, тот грибопепа? Наша цель получить максимально много опыта в этом режиме. О, у меня первая перезарядка за все это время.
Сюда. Ой, ребят, вот это я понимаю. Вот это я просто кайфую. Так, сюда, родной. И ты сюда. Ля, чисто пацаны лежат, отдыхают. У меня уже 53 кило, а еще целая половина времени. То есть есть вероятность, что мы нафармим 100 кило. Это будет полный разнос. Возможно, я выбью даже керамбит голд. Ребята, давайте, если я выбью кир голд, голду поделю поровну между всеми подписчиками, которые мне помогали. Просто вы красавчики, братва, вы реально лучшие. Я вас обожаю, просто хочу, чтобы все знали, что мы подписчики самые крутые, ребят. Тяги, бархатные тяги. Импулечка 76 кило. Да! У меня уже 96. Я не верю то, что мне так сильно везет. Быстрее. Ребята, наша цель сделать абсолютный рекорд. Быстрее бежим. Кто там прячется, тот... Ребят, кто это такой? Дженнис, брат, быстрее беги сюда. 1160 очков, это нереально. Меня забанит, скорее всего, после этой катки. Пожалуйста, разработчики, не баньте меня. Я не специально. Обалдеть, не встать. Вот это полный разнос. 126, 127. Давайте, 120 килов. Ну. 128 килов, 1280 очков. И я получил. Внимательно смотрим, что же я получил. А ну-ка. Обалдеть, вы посмотрите, как я много. 2000, это максимум. Что же я получу прямо сейчас? Очень интересно. А вдруг это будет какой-то новый скин? И... Всего лишь 10 очков? Что? Не, ребята, я все понимаю, но кажись, это какая-то дичь. Не, это реально какая-то дичь. Прожмите лайкусик за это видео. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если вы хотите, чтобы я сделал продолжение, то прямо в эту секунду напишите в комментариях хэштег го еще. Ну что же, ребятки, с вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения, хорошего дня, всем удачки, всем пока-пока.